Центр избирком России изменил нарезку одномандатных округов на выборах в Госдуму в 2016 году. Изменения произведены с учетом новой системы избрания депутатов, нового административно-территориального деления страны и появления новых субъектов Федерации Крыма и Севастополя. Как отмечают создатели, новая схема нарезки учитывает интересы всех жителей, и городских, и сельских, и делает округа равноценными с точки зрения настроений, поддержки власти, отношения к партиям и протестного настроя. Это также превысит конкуренцию, считают в ЦИКе. В Крыму образованы три избирательных округа – Симферопольский, Евпаторийский и Керченский. Границы этих округов будут соприкасаться в крымской столице. Если раньше кандидаты участвовали там сугубо в аграрных регионах, либо сугубо там в курортных, ну и различных по, скажем, по направленности, то сейчас кандидат охватывает, скажем, несколько разнородных таких регионов и, соответственно, должен удовлетворять интересы всех избирателей.